Друзья, небольшой фильм «Работа детей». Здесь два ведра вот таких вот 10-литровых абрикосов было. Дети по 150 заработали, потом еще по 150, когда выковырили. Теперь что мы будем с этим делать? Вспомним академика Лысенко и попробуем повторить его опыт. Ну, во-первых, сейчас я вот этот, вы видите, что это все можно было превратить в компоты, в соки, варенье, но мы заелись, у нас там очень много. Мы возвращаем это в сад. У меня болтается на шее фотоаппарат. Вот, мне уже подсказывают, отнеси подальше, потому что мухи. Из-за мух, да? Все, все несу. Я привык, чтобы на все команды. Далеко, еще далеко. Пусть посмотрят, какая это работа в саду, когда два ведра вот так вот. Еще дальше еще. Когда два ведра тащишь. Вот, с последних сил. Фу. Хорошо, хоть не сам собирал, дети собрали. Теперь мы с вами оказываемся в самом густом месте сада. Вот эти яблони, они, думаю, что абрикосам будут рады. Нет, высыплю я под абрикосы. Я терпеть ненавижу, когда меня учат из-под абрикосов выгребать плоды, из-под яблонь яблони, из-под абрикосов абрикосы. Для чего? Ой, какие они опасные. Вот. Смотрите. Видели? Да, я немного зажрался. Даже их перебрать можно было, выбрать здесь довольно прилично и использовать это. Но, к сожалению, портится махом. Вот. И они уже переспелые. Перезрелые. Возвращаемся. А зачем возвращаемся? Сейчас поймете. О, знаете, что такое? А, это сельфер-китайка. Ой, елки-палки. Елки-моталки. Так. Джунгли давно не косил. Косить пора. Косить пора. Чего у нас только нет. И чего мы горбатимся? Все удивляюсь. Вот. Страна вечно зеленых помидоров. Вот. Так. Ага. Пока шли. Ну вот, посмотрите. Ну как черный абрикос стал не черным, а стал обыкновенным средним абрикосом. Ой, привет, Саш. Привет. А я тут бормочу, кино снимаю. Любопытный. Я где? Думал, вы кем-то ходите. Вам не, я бормочу, у меня кино снимается. Тебя не, сейчас. Сейчас не, на тебя все смотрят. Там да. Что там у вас растет? Под бутылочками. Под бутылочками. Это укоренение кустарниковых культур. В данном случае редкая шелковица и плюс еще и это. Крыжовника. Особенного какого-то. Ну, у меня все особенное, ты пойми правильно. Как-нибудь зайди, я тебе покажу. Шелковицу. Может... Я в Азербайджане видел шелковицу. У вас растет она? Самое северное в мире дерево. Я еще один рекордсмен. Шелковица, она южная? Ну, уметь надо. Надо потом посмотреть как-нибудь. Ты заходи, ага. Только знаешь, наверное, когда я тут один буду. Ладно. Так, хороший сосед. Мастер по телевидению. И сейчас... Я на него настучу, хотите? До сих пор белые деревья, мне не верят, что их белить не надо. Вот. До сих пор обрезает верхушки. Вон они, это мои абрикосы, пересаженные на его участок. Мои уже вот такие. Вот такие, вон они. А пересаженные, вот они. Пересаженные, уздоровенные. Ой-ой, какие огромные. А пересаженные в два раза меньше. В три. Так вот, все никак не могу отучить его от этих советов, которые считаю неправильными. Ладно, с соседом настучал. Идем дальше.
Он не смотрит мои фильмы, поэтому не обидится. Я для него не авторитет. Все равно будет и резать, все равно будет белить, точнее красить. Теперь подходим, заканчиваем эту эпопею. Так, с двух ведер получилось вот столько косточек. Косточки довольно крупные и уже не назовешь их дикими. Они уже полукультурные. Посмотрите по размеру. Так, сейчас я заканчиваю кино. Итак, академик Лысенко. Прокаливание на ярком солнышке. Вот. Вот оно, яркое солнышко. Даже горячий бетон. Вот оно. Ой, у меня рука левая трясется, не обращайте внимания. Я все молодею. Вот так. Ну, иногда буду помешивать. Якобы несколько раз схожесть получается. Но она мне и так схожесть, в среднем 90%. Ну, пусть будет еще 3 раза лучше, будет 270%. Но это тонкий юмор. Ай, оводы кусают. Посмотрели. Итак, они будут отдельно собраны. На них будет написано «прокаленные». Вот. Или солнечные, назовем еще солнечные. А что я буду с ними делать, я не знаю. Ну, не меньше, как половину вам продам. Это уже свежий урожай. Это 205 рублей косточка. Вот. Если есть любопытные, повторите опыт академика Лысенко. Давайте, включайтесь. Вот и все. Ну, в общем-то, короткий обход закончен. Я все короче-короче делаю. Боюсь, что вы плохо смотрите мои фильмы. Вот. Понимаю, времени не хватает. Ну, чем богат. Итак, опыт Лысенко. Заготовка косточек. Прокаливание солнцем.